И вот так стучают. Это неправильно. Вот ты поменял стойку, руку сделал. Защита тоже должна быть. Для бойцовского клуба «Боевые орлы» стала традицией принимать бойцов с различных городов для прохождения совместных сборов. На этот раз поделиться опытом в Хасавюрт прибыли бойцы из столицы республики. Это чемпион Лиги СИБИ Рустам Керимов и Курбан Гаджиев. Главный тренер клуба Надарбек Хабибов говорит, что ребята с каждыми сборами пополняют свой багаж, улучшают спарринговую работу, оттачивают приемы и технику. Каждый боец – он индивидуальная личность, которому нужен свой подход, но объединяет их лишь одна цель – стать чемпионами, делится Хабибов. На базе Fighting Eagles проходят учебно-тренировочные сборы бойцов нашего клуба. Также на данных сборах присутствуют именитые бойцы не только с Дагестана, но и с Украины, с Якутии. Сборы проходят подготовки к предстоящим боям. Где выступит наш боец Георгий Шахрамазанов. Ну, основную часть проводим спарринговой работы, так как намечаются бои у ребят. Вот, хотим поблагодарить за сборы президента клуба Уманханова, что идет на встречу, проводит такие мероприятия, делает все для спорта, для объединения наших ребят, бойцов. 30 июня этого года бойцу клуба Георгию Шахрурамазанову предстоит выступить на битве Серир ММА-4 в Дербенте. Для Георгия это будет 5-й профессиональный бой. Главное – знать свою цель и идти к ней, не покладая рук, не жалея себя, закаляя дух. Это и приведет к победе. Кто и что, вопреки всем тяжелым дням, окажется самой легкой, прокомментировал Шахрурамазанов. Бой будет у меня проходить в Дербенте, в Fight Night. 30 числа соперник тоже дагестанец. Готовимся. Пашу, своим родным клубом, Fighting Eagles. Очень довольны, такие хорошие. Приехали бойцы ICB. И с Украины ребята приехали. С Якуты есть боец. С ICB, чемпион ICB Рустам Керимов. Экс-чемпион Магомед, Фиди Магомедов. Еще такие прославленные бойцы. С ними вместе работаем. Совсем юные спортсмены, глядя на взрослых одноклубников, стремятся быть похожими на них. Молодые должны знать, что путем упорных тренировок можно добиться больших результатов, которые во взрослой жизни пригодятся, говорит тренер. Девизом бойцовского клуба «Боевые орлы» является три главных и смысловых слова. Это дух, желание и дисциплина. Именно эти качества воспитываются и прививаются в стенах клуба. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».